За 2020 год на дорогах Серпухова произошло 19 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов. Увы, один человек погиб. Уже в новом году случилось одно ДТП. К счастью, никто серьезно не пострадал. Сотрудники ГИБДД в рамках акции «Пешеход» в очередной раз напомнили, что меры безопасности на проезжей части обязан соблюдать каждый. Для тех, кто не хочет следовать правилам, предусмотрена ответственность. Пешеходам штраф в размере 500 рублей, а для водителей – от 1500. Проводимые акции имеют положительную тенденцию, и пешеходов это дисциплинирует, это также дисциплинирует и водителей, тем более с участием общественных организаций, таких как «Молодая гвардия», с участием средств массовой информации. В этот раз местом проведения акции стал пешеходный переход на улице Ворошилова, дом 113. Инспекторы ГИБДД в очередной раз обратились к водителям с призывом пристегиваться самим, использовать детские удерживающие устройства, пропускать пешеходов, соблюдать скоростной режим, не нарушать правила дорожного движения. А пешеходам быть внимательнее при переходе проезжей части. Каждому участнику акции автоинспекторы и молодогвардейцы вручили тематические памятки и светоотражающие фликеры.